В 2023 году в регионе состоятся выборы в законодательное собрание, городскую думу Димитровграда, а также в органы местного самоуправления. «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Ульяновской области. Решение о запуске процедуры приняли на заседании Президиума регионального политического совета партии. «Единая Россия» дает старт предварительному голосованию для отбора лучших кандидатур для выборов в депутаты законодательного собрания Ульяновской области. Это единственная партия, которая применяет самую открытую модель для того, чтобы найти достойных, именно тех, кого поддерживают люди еще до этапа официального выдвижения. В ходе предварительного голосования жители сами смогут определить кандидатуру на предстоящих выборах. Как отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Камека, предварительные выборы – это инструмент честной борьбы. Благодаря нему на политической площадке появляются новые и заинтересованные в работе люди. Дельный механизм предварительного народного голосования – на сегодняшний день он работает достаточно эффективен по одной лишь простой причине. Данным механизмом предоставлена возможность самому избирателю определить кандидатуру на предстоящем, скажем так, этапе выборов. Мы точно в своей работе будем ориентироваться именно на тех кандидатов, которых в большей степени поддержали население, наши избиратели. Также на заседании подчеркнули особую важность выборной кампании в Гордуму Димитровграда. На прошлых выборах в Думу прошли 29 кандидатов от КПРФ. Сейчас их осталось 14. Владимир Камека в своем выступлении отметил, что для партии главная задача – вернуть доверие димитровградцев к власти. Выдвижение кандидатур пройдет до 27 апреля. Подать заявку могут также беспартийные кандидаты, собрав предварительно необходимый пакет документов. Голосование пройдет традиционно в электронном виде через портал Госуслуги. Проголосовать можно будет с 22 мая по 28 мая. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования в период с 17 апреля по 26 мая. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.